Короче, мы собираемся в садик. Завтра идем. Справка. Здесь салфетки, туалетная бумага и... Так, полотенце взяла, нам не сказали, надо, не надо. И там, короче, памперсы один на всякий случай. Одежда, то есть трусики, маечка, кофточка, короче, все такое вот. Сложила. Так, свою я беру сумку. Там еще один документ. И завтра уже идем. Короче, захотела я яичницу, обжарила колбаску, помидорку, лучок. Ну, по-моему, сделаю не правильно, сейчас яйцо залью. Ну, не знаю, мне хочется, чтобы были жареная колбаса была, и помидоры, чтобы были жареными такими. Мне так захотелось, но я не помню, как делать все правильно. Солнышко, всем привет! С вами канал Артмания. Сижу я одна. Солнышко светит, у нас конец августа. И солнышко, вот солнышко красиво светит. Конец августа у нас. Димочка пошел первый раз в садик. Сижу, просто наблюдаю за людьми, кто чем занимается. Это очень интересно. Сейчас уже за Димой пойду. Площадка пустая. Блин, на солнце так классно. Такое ощущение, как будто лето, как будто жара. С утра еще было холодно. У нас сегодня конец августа уже, но у нас 30 градусов. Короче, ролики прям по чем таким опозданием у меня выходят. Скорее всего, вы смотреть будете в конце сентября, наверное, даже начало октября. Ну, блин, вот так у меня получилось в этом году. Первый раз такое, что их очень много. Первый раз, кстати, иду по этой полянке. Сегодня я в штанах, потому что с утра было холодно, 17 градусов. Вот, и сейчас становится очень-очень тепло. Так, тут мне на какашку не наступить. Тут, короче, смотрите, цикория растет. Никогда сюда не заходила. Цикория, так, смотрите, очень много. Цветочки. Сегодня Димочку оставила на 2 часа. Прям только успела ему одеть сандалии, он просто от меня сбежал. Просто убежал от меня. Ну, я чуть-чуть постояла, смотрю, он там занят, играет, давай игрушки разбрасывать. Там, ну, я предупредила, что у нас такой хулиганистый малыш. Надеюсь, все хорошо, сейчас уже почти 1,5 часа прошло. Вот, и я сейчас снова, сейчас уже пойду за ним, сегодня на 2 часа, завтра тоже на 2 часа. А потом выходные у нас, и там часа на 3, что ли, на 4, ну, короче, постепенно адаптация. Будет проходить целый месяц. Покажу. Расскажу еще попозже, что как было. Сегодня прям смотрите другой ракурс. Такой цикорий классный там растет. Прям классно. Наконец-то смогу спокойно погулять. Завтра еще тоже спокойно. Надеюсь, там все будет хорошо. Не вляпаться только какашку тут. Прям такая, смотрите, дорожка. И по бокам цикорий. Сейчас я в какую-нибудь какашку точно вляпаюсь. Так хочется по полю погулять. Куда-то сходить. В этом году так и не погуляли по полю. Ни с Женькой не погуляли. Он отказался нормально погулять со мной.
Короче, так вот пошла. Пойду сейчас за Димочкой. В теньке прохладненько, а вот на солнце прям тепло. Ну, хорошо, наверное, что я делаю штаны. В принципе, еще не так жарко. Вчера вот прям, кстати, было 30 градусов. Мы вышли в шортах вчера. Ходили за справкой с Димочкой для садика. Что Дима здоров, теперь я чувствую, мы будем в поликлинике постоянными клиентами. Потому что там справка действует только 3 дня. И так поняла, если 3 дня прогулов садика, то нужна справка. Вот, слава богу, мы хоть состоим в частной клинике и там без очередей. Хотя вчера, честно говоря, персонал новенький. И всех записали на час раньше, а педиатра нету. И нам пришлось еще целый час сидеть там. Это был, конечно, кошмар. Много детей, все прыгают, скачут. Дима за ними повторяет, катается по полу, все облизывает. Это было что-то с чем-то. Я никогда больше не буду записываться самой первой. Потому что так время перепутывают. Все приперлись, все стоят там в итоге. А педиатра нету. То есть девушка ошиблась, а народ пришел. Обидно вот это вот очень. Конечно, персонал, не знаю, просто стал кошмарный. Что-нибудь спросишь у девушки, она уйдет что-то, а пришла, я говорю, педиатру мы пришли. Говорит, а ее, по-моему, нету. Ну, сейчас, говорит, я посмотрю. Ну, там, короче, посмотреть где-то, наверное, ну, минута. Ее нет и нет, и нет, и нет, и нет вообще просто. Какой-то кошмар. Ужас. Ну, так это взбесило прям. Не знаю, как будто вечность целая прошла. Еще и ошиблась. Он как уйдет, так и все, ее больше нету. Надолго нету. Вечно бегает куда-то. У ресепшена там огромные очереди, сразу собирается, народ приходит. Она ничего толком сделать не может, просто ужас. Так жалко. Не знаю, будем мы оплачивать дальше или нет. Или перейдем в другую поликлинику, потому что у нас заканчивается договор в октябре. В середине или в конце октября, короче, посмотрим. А мы, кстати, в следующий раз, завтра, может быть, с вами там пройдем. Не знаю, короче, пока влоги не записываю, потому что их очень-очень много. Так, нет, не пойду дальше. Сейчас точно вляпаюсь, и все, пошла я за Димочкой, и потом вам покажу. Тоже боюсь, время много. А у нас тут были обзоры, посмотрите какие, на халву из фикс-прайса, на чипсики. Обязательно смотрите наши обзоры у меня на канале. Они где-то скоро уже выйдут рядом с этим роликом. Разрезали наши, кстати, домашние. С дачи привезенные. Смотрите, как интересно. С этой стороны есть. С этой стороны. А вот здесь вот только тут вот. И все. То есть вот тут только это. А тут по бокам, но посередине нету. А тут только посередине. Интересно так. Прикольно. Да. А я здесь.